Конаково состоялся ежегодный спортивный фестиваль «Если хочешь быть здоров», посвященный Всероссийскому олимпийскому дню и Дню физкультурника. Он объединил около 30 видов спортивных состязаний. Участники боролись за призовые места на нескольких городских площадках. Этого дня ждали с нетерпением. В Конаково всегда с удовольствием едут гости из соседних регионов. День физкультурника мы всегда очень активно празднуем. Чуточку не повезло с погодой. Народ подтягивается. Вот Тверь приехала. Здесь парни уже стоят с клина. И разминаются наши гости из Дубны. Фестиваль для тех, кто любит спорт, независимо от уровня подготовки. Массовые забеги и велозаезды для детей и взрослых. Специальная программа для людей с ограниченными возможностями. Показательные выступления и возможность открыть лично для себя новый вид спорта. На набережной Волги царила атмосфера праздника. Но никто не забывал про дух состязаний и призы, которые подготовили организаторы. Приятно отметить, что есть помимо подготовленных организаторами призов еще вот такие памятные подарки в виде футбольных мячей от клуба «Динамо Москва» с автографами всей команды. И эти мячи будут вручаться игрокам в мини-футболе, в футболе, который идет на Колизее, победителям в номинациях «Лучший вратарь», «Защитник», «Нападающий». То есть специальные призы лучшим футболистам сегодня от клуба «Динамо». В конце спортивного дня определили абсолютных медалистов. Среди девушек конаковская школьница Влада Кошелева завоевала 9 медалей, 7 из которых золотые. Среди мужчин москвич Андрей Красногорский – 5 золотых медалей.